смеяться. А, дорогие друзья, простите, что я остановил вот этот мега мощный хитовый, хитовейший, короче, сет нашего диджея, но так надо было просто. Скажите мне, пожалуйста, есть ли здесь влюбленные именинницы? Две. Две, я знаю точно, две есть. А, Аня и... как? Рита. Как? Рита. Вот знаете тоже, да? Рита, да. Девочки, идите сюда. Аня и Рита, идите сюда. Под аплодисменты всего зала, да? Ваши выпуски нашим малым близком! Девочки, скажите мне, пожалуйста, вам когда-нибудь кто-нибудь признавался в любви? Я. Как тебя зовут? Алексей, в каком году ты признавался? Няшка что попадает. Опа, опять выпала. Что за фиг? А? Ну нифига себе. Девочки, а вы 42-го года рождения? 41-го. Ну нормально, как раз. Серия, это холодильники. Они. А, спасибо холодильнику, что он сохранил для нас вашу красоту. И спасибо Алексею, он меня поддержал. Держите пятерочку, палача, не растерялся. Итак, девочки, вернемся к нашему интерактивчику, такого вот маленькому. А вам когда-нибудь признавались в любви? Опа, мне текст принесли, спасибо. Признавались вам когда-нибудь в любви? Нет? Я признаюсь. Ух ты ж как. Мне нужно два мегамощных типа, которые могут признаться в любви самым ярким волейболистом нашего города. Итак, ребят. Сейчас на глазах вот всех вы должны очень красиво, очень четко, очень ярко признаться девочкам в любви. Кто из вас это сделает лучше, получит подарок. Нет. Ну просто в ролинсе получилось, четенько, ярко. Ты признаешься в любви Рите. Как тебя зовут? Я просто, ну, Алексей меня так это зовут. А Михаил признается Анечке. О, нормально, да? Начинаем мы с бойцов 43-го года, правильно? Ну, он старенький, должен знать многое. А помнишь, как перезаряжать пушку? Ну, пушечка такая на колесах сдула, помнишь, да? Дорогие друзья, первое признание в любви. Рите на этой вечеринке. А человек, который получил золотую медаль за отвагу в 44-м году, Алексей! Пожалуйста, признавайся. А чё без рук, не трогай её? Признайся сначала, потом трогай. Ты моя любимая, самая лучшая, нежная, красивая. Я за тебя воевать буду. Фаер! Чмок можно? Можно чмок ему? Нет? Все, короче, Алексеюшка. Это твое признание, Михаил. Ну, у тебя есть момент, ты понял, вот немного контузило, короче, в 45-м уже. Ты сам в Берлине. Ты, мальчик! Ему не нужен микрофон! Ваши обласки! Любые друзья, зараз за вашими обласками я вызначу наикращего человека в цьому плане. Не, ну це я и Санчес, и само собой. Не, ну ще краще, а? Ну да, Берінджер. Видели Берінджера? Знаете, кто такой Берінджер? Нет? Это голос из-за кадра. Вот фильм, когда смотришь, там, хочешь, расскажу историю. Это все Ваня Берінджер, вон он под лазером стоит. Итак, вернемся. Ваши аплодисменты нашим представникам наикрутейшей стати. Алексей! Эй-хау! 43-й сила, братуха, але треба тримати марку. Я так думаю, зараз хтось отримає приз. Мишенька! Тебе, знаете, может, пожелание? Пожалуйста. Вот, отлично. Тебе просто улыбки девочек и наша респектуха. Вообще редко попадается такой креативный человек. Ну, а победителем сейчас, извини, стал именно он, Михаил, да? Согласны? Да? Я не слышу! Братуха! На баре тебя ждет замечательный коктейль от нашего клуба, от наших мегамощных барменов! Выпуски барменов! Вот я так, в принципе,
заочно признавался в любви своей жене. Я лично. Я вам покажу пример. Да? Присесть в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила. В одной давильке всех калеча нечеловеческая сила земное сбросила с земли. Никого не защитила вдали обещанная встреча. Никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей крови прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите. Хотите еще немного? Хотите? Иди сюда. Громче всех кричала, иди сюда. Садись. Вот сюда, присаживайся. Глянь ты на ней. Красиво? Мощно? Кохана? Ну понятно, знаешь, тебя обнимают, будешь говорить, да? Чужой девочке, о, да, она любимая. Такого не бывает. Любовь приходит к нам внезапно. Любовь, она приходит, как я говорил, всегда из-за угла. Ты ее не ждешь, а вот она нагрянула. Смотрите, как тебя зовут? Стой. Смотрите, Карина ничего не знает. Вот отвечаю, она ничего не знает. Дай, Карина, учитель. Меня зовут Александр. Я хочу всю жизнь прожить с тобой. Федор! Ты выйди за это. А скажи погромче еще раз микрофон. Кстати, к чему-то слова? Нормально, все слышали. Все слышали. Дорогая, я люблю тебя. Опа, у нас первый заказик. Это корпоративщик на свадьбу. Сейчас. Нормально, нормально, я уже отработал. Ваши области, мой будущего слова! Так вот, кто колечко потерял, да? Ха! Горько! Горько! Раз! Два! Все! Нокаут, ребят, нокаут! Все, теперь... Дети скоро будут! Теперь, кроме фотографа, тебя снимать никто не будет! Дорогие друзья, еще раз ваши аплодисменты этому замечательному действию. Мы продолжаем двигать!